Я очень рада всех приветствовать. Меня зовут Ирина Коновалова. Я мама троих деток, имею высшее педагогическое образование и более 10 лет проработала по специальности в детской художественной школе. Мои ученики неоднократно занимали первые и призовые места как в областных, так и региональных конкурсах. Выпускники достойно защищали свои дипломные работы. Я очень творческая личность, и все, что касается творчества, начиная с азов академического рисунка и заканчивая декоративно-прикладным искусством, это моя сила, мое проявление и отражение меня в мире. Но моя самая огромная любовь – это гончарное ремесло. На второй тур конкурса я хочу представить свою работу, выполненную в смешанной технике. Это графика, акварель и акрил. Портрет моей дочери Анастасии. И немного о истории создания портрета. Не так давно моя дочь окончила детскую музыкальную школу по классу фортепиано. И вот как раз в последний год обучения, когда она готовилась к экзаменам, изучая одну из пьес, это «Бегство монарха», я, наблюдая со стороны, вдруг увидела, насколько по-взрослому эта юная девочка проживает музыку, как она проникла ней, и как музыка озаряет ее светом изнутри, наполняя этим же светом все вокруг. Именно поэтому мне очень захотелось использовать золото в работе, чтобы передать вот это состояние лучезарности, открытости, искренности и безграничной любви. Ведь благодаря музыке мы можем проживать очень сокровенные чувства и эмоции. И мне очень захотелось запечатлеть этот момент навсегда. Вообще, я очень люблю портреты, потому что в них можно передать не только схожесть человека, но и показать его внутренний мир, его сокровенные чувства, переживания и эмоции, тем самым открыть его внутреннего ребенка, благодаря чему портрет становится таким значимым и очень важным. Благодарю всех за внимание.